вот, собственно, вот такая вот ляпота. Это еще мы керамикой не... Вернее, я керамикой не покрывал. Первая такая глубокая мойка. Притом без обезжелезования еще. В этом году, то есть в том году и машина красилась, и полировалась. Вот как бы, ну, основу детейлинга я учил. А вот сейчас уже, скажем так, из новичка в любителя уровень. Рупес творит чудеса. Трехфазная мойка, специальная глина и рупес. Машина вот реально, капот еще как бы не делал, там сколы, это все будет видны, но боковая часть, задняя треть как бы крылья, боковые двери полировал одним проходом, и реально вот как зеркало. То есть, если в упор, конечно, смотреть, возможно, есть какие-то недостатки, микросколы и так далее, но с расстояния один шаг уже как бы все отлично. То есть, в принципе, доволен. Интересно будет, как на черный цвет ляжет, скажем так, керамика. Но для любителя, который сам занимается, в принципе, дома, результат более чем, на самом деле, я доволен. Черный цвет, он такой, ошибок не прощает. И краска очень нежная у Рено. Для трековой машины, конечно, это, чтобы содержать ее в состоянии на твердую четверку даже, это очень сложный процесс будет. Потому что все сколы, царапины, они просто прилетают. Особенно вот эти воздуховоды, они генерируют просто уйму обломков. В том числе вот что будет, царапины всякие, сколы и так далее. То есть, казалось бы, зеркало, но если присмотреться, недостатки будут. А вот разница, как бы отполированная дверь, грубо говоря, вернее, это с прошлого года крыло, вот только что отполированное. То есть, ну, просто зеркало на самом деле. Дверь в прошлом году полировал. То есть видны уже как бы немножко загрязнения, там пятна белые. То есть нужно глиной проходить конкретно. И бампер я вообще не полировал. То есть видно, он мутный, мутный просто. То есть вот это я полировал чуть-чуть, это вообще не полировал. То есть он не черный, а мутный такой, сероватый. Вот. Не знаю, есть ли смысл его полировать или сразу красить, потому что там нюансы есть. Но тем не менее. Зеркала тоже в прошлом году полировал чуть, но они тоже так неплохо смотрятся. Все, весь пластик, он мутнеет, становится не черный, а серый. Вот, ну, собственно, по Рено осталось только керамикой, а кузов имеется в виду обработать, ну, там дополировать, может быть, капот. А здесь вмятина, как бы, говорят, то, что даже можно ее, типа, устранить. Кстати, новое стекло еще. Не единая царапина, там, сколы и так далее. Вот. Так что за зиму прогресс шел. Машина, скажем так, хоть и спала, но сезон мы ее привели в божеский вид. Так что сравню, было до и сейчас, как бы, второй сезон, с чем мы идем. То есть в этом сезоне хорошее ТО привести, подвеску привести, ну, в порядок, скажем так, привести. Кузовщину чуть-чуть доделать, мелочи. И прям такой Weekend Warrior будет готов. Будет здоров. То есть можно на нем будет даже немножко накатывать километры, не бояться, что что-либо дорогое лопнет, сломается. Тьфу-тьфу. Можно будет уже BMW заняться. Я хоть за ней ухаживаю, как бы. И лакокрасочная, тьфу-тьфу, более-менее держится, но все равно надо больше времени ей уделить. Хотя бы полирнуть.
Еще руки до полировки не доходили. Только локальные сильные царапины убирал. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И в следующей серии будем уже техникой заниматься.